Итак, у нас мальчик. Вы, кстати, имя ему придумали-то? Арчи. Арчи? Ты Арчи будешь? А что ты упал-то? Обслюнявился весь, да, упал. Ну, все так. Да. Такая, не такая уж и большая. Твоя выросла. Твоя первая мама. Ну, Алиса. Такая пугливая осталась, да? Эх ты. Ну, что такое? Да ты моя девочка. Ты на море собралась, да? Ты в отпуск собралась, а? Красавица. Да, дети за 9 лет первый раз едут. Зато собака в первый год жизни, во второй поедет. Правильно, да. Молодец.
полете. Кто у меня такой сладкий? Кто такой сладкий? Кто такой хороший? Кто такой хороший? Кто такой сладкий? Пока вот такие уши. Да Тима Галюди такой. Кто такой хороший? Боня, вот из приюта лохматая душа. Забрали мы дает привет. Она же нагрузила целую машину всякого полезного добра. Далеко было ехать, но оно стоило того. Тапок, Джесси, да? Иди, иди. На кровать ты хочешь? На кровать. Ты посмотри на кровать. У девочка хочет. Приехала семья, вот выбрали собаку. Мальчик у нас вот такой вот. Ну, ты что, улегся-то? Ты домой поедешь? Ну хорошо, на трассу. Забираешь? Забираешь, а? Давай берем.
Я. Да? Отлично, молодцы. Ну, такой мальчик у нас улезает сегодня домой. Девочка наша уезжает домой. Имя пока не придумали. Ну да. Ну все, давайте, все, пока. Удачи вам. Ждем от вас фотоприветы.